Здесь тоже вот резерв грызуна. Вот это челюсть ящерицы. Она... Ключ к пещерным глубинам – мечта любого ученого. А для каждого из 15 участников проекта – перспектива заявить о себе в научном сообществе. Татьяна Рудин-Сова преодолела путь в Крым из Красноярска. Она уже опытный гид-экскурсовод. Разгадать загадки Крыма – давняя цель. Из смежных наук географии мне нравится геология, геоморфология и все, что связано внутри Земли. В Крыму, конечно, здесь очень много интересного в плане и пещер, и наверняка гор, потому что хоть и невысокие горы, но так они имеют смысл все равно. Изучая тайны пещеры, молодые археологи соберут уникальные минералы и окаменевшие костные останки. В помощь им специальное геодезическое оборудование. Палеонтология – это не только поиск маслов, слонов и каких-то других крупных животных, но и сбор всей информации по всему комплексу биота, который здесь обитал. А большую часть информации приносят мелкие млекопитающие, птицы и рептилии. А их можно найти только путем промывки через пару сит. Это новое знание и этот новый опыт они получат здесь сегодня. Туристический маршрут открыли в 2018 году. Такая палитра тайн прошлого – настоящий клондайк для исследователей. Под научным прицелом каждый метр Тавриды. Данная инициатива проекта стала очень актуальной, потому что есть очень много объектов на территории пещеры, которые еще не изучены, и данный вопрос требует больших усилий и силы. Как раз наша школа направлена на поиск вот этих молодых ученых, которые и добровольно, и на профессионалов, которые готовы заниматься исследованием пещер. Перспективный проект реализуют при поддержке Русского географического общества. Соприкасаясь вот с такими уникальными объектами, как пещера Таврида, она может заявить о себе, может заявить о своих достижениях, результатах. И как раз-таки вот эта позиция Русского географического общества, она и является основной, что мы поддерживаем молодежь, ее научные устремления и все активности, все добровольческие, в том числе силы, которые направлены, нацелены на поддержку таких проектов. Пещерные тайны молодые ученые будут постигать до конца этой недели. Итогом научного труда станут опубликованы статьи в журналах различного уровня. Сабина Дзнива, Айде Абкеримова, Алиса Мединов, телеканал «Милет», Белогорский район.